внимание, начинаем репетицию. Машонкин, ты у нас знаешь, кто по пьесе? Мерзавец и негодяй. Даешь взятку капитану милиции Шурупову, а тот не берет. Ну что ты глаза вытаращил? Так по пьесе. Не берет. Ты посмотри, Машонкин в обморок упал. Ну дайте ему нашатырь. Волк уже сдурел, нашатырь нюхать надо, не пить. Вон и Венере Ивановне дайте понюхать. А то старуха заснула, а ей проститутку играть. Я знаю, что в ее возрасте на панель не ходит. Потому что трудно ходить. Да я нарочно, чтобы у зрителей была надежда, что с проституцией можно покончить. Ну что, Машонкин очнулся? Хорошо, подоприте его сзади палкой, чтобы он опять не упал. Ну быстрее, быстрее, он уже наклоняется. Проститутка Венера Ивановна проснулась. Подкрасьте ей глаза, чтобы было видно, что они все-таки есть. И знаете что? Наденьте-ка накладные груди. А где они? Плешкин, что, сдурел? Мы груди ищем, ты в них разгуливаешь. Какой ты представитель сексуального меньшинства, если у вас в театре уже большинство? Нет, ты их отдашь. Шурупа, вы в милицейской форме, заберите у него. Ну зачем на себя-то надевать? Дай нахрен портупея. Пистолет вон у вас впереди болтается. Ага, я думал. Сколько надо выпить, чтобы перепутать? Так, все, внимание. Мерзавец Машонкин дает взятку, вы Шурупов не берете. Даже подержать. Смотрите на деньги презрительно. Еще презрительно. Еще. Ну что, такую рожу скорчил, будто у тебя запор. Ну что, проститутка готова? А почему ей груди на спину привязать? Что так легче носить? Сделайте сейчас же наперед. А сзади противовес. Какой противовес? Ягодицы накладные, противовес. Вон, Валдыщенко их на голову надел. Ага, думал шлем. Столивар с понтом. Дуримар! Венера Ивановна, заберите у нас вашу деталь. И будьте готовы. Вот как только Шурупов откажется от взятки, предложите себя. Я сказал, предложите. Тоже мне... 30 лет Дездемону играл, а пока зрители в первом акте не стали орать за души ее. Теперь выкаблучиваются. Так, все, ходит Машонкин, достает деньги. Ты что, тронулся? Ты зачем себе откладываешь? Что значит много? Драматург же, наверное, лучше знает, сколько надо давать. Давайте еще раз. Ходит Машонкин, достает деньги, отдает Шурупу, тот не берет. Ты зачем взял, подлец? Что значит автоматически? Ну вот же у драматурга написано «не берет». Нет, это не опечатка. Отдай Машонкину деньги, он отдаст тебе, ты не возьмешь. Ну неужели это так трудно не взять? Ну давайте мне. А, нет, взял, подождите. Ну, это так быстро, я не успел сосредоточиться. Я все понял. Наденьте на Шурупова наручники. Ну, вот видите, если его связать и держать, он же не берет. Теперь входит Венера Ивановна, предлагает себя. Ну, что ж вы халат-то сразу распахнули? Так же он сознание потеряет. Ну, надо быть милосерднее, хоть вы и проститутка. Входите еще раз. Ну вот, она теперь грудями так машет, как боксер перчатками. Ну так же вы его не соблазните, а убьете сразу. Какая эротика? Это искусство, а не спорт. Бедрами, бедрами виляйте. Ну неужели нельзя было ей ягодицы крепче привязать? Ну посмотрите. Ну она один раз вильнула, попа упала. Машонкин, что вы стоите? Возьмите ее ягодицы. Да не ее, с полу подними, прилип. Пойдем от обратного. Шурупов домогается, Венера сопротивляется. Шурупов, ты ж можешь домочься? Что ты на меня одним глазом смотришь? Ты двумя смотри, отвечай, сможешь или нет?
На детских утренниках мы лешу без грима играем. Сейчас мы выкаблучиваемся. Машонкин, засуньте свою взятку Венере Ивановне в декольте. Да не в ягодице в декольте. На счет раз, два, три отпускаем Шурупова. Раз, два, три. Шурупов пошел. Ну вот это другое дело. Все-таки настоящую страсть в мужчине могут вызвать только деньги. Вот так вот.